Вы – гордость Белгородчины. Будущее нашей великой страны России. Лучшие в области гуманитарных, физико-математических и естественных наук. Белгородские школьники показывают невероятные результаты на олимпиадах и конкурсах. Нам очень хочется, чтобы вы были не просто отличниками, победителями. Нам очень хочется, чтобы каждый из вас был успешен. Вы должны попробовать в школе, в доп. Образовании, в культуре, в спорте все, что есть вокруг, чтобы понять, что вам больше нужно во взрослой жизни, чтобы лучше приложить свои многочисленные таланты. Четвертый год по инициативе губернатора Белгородской области мы чествуем тех, кто шагнул на пьедестал успеха. И уже 3 года подряд награду забирает Анастасия Михайлова. Заместитель директора гимназии и учителя русского языка и литературы Гальченко Елена Валерьевна. Безусловно, конкуренция растет, но я не стою на месте. С каждым годом становлюсь все умнее и сильнее. Мне кажется, что в моем возрасте очень важно развиваться, потому что то, как я сейчас буду действовать, от этого зависит моя дальнейшая жизнь. Несмотря на юный возраст, школьники ставят перед собой амбициозные цели. Кириллу Рязанову всего 12, но он уже по уши в науке. Он с самого раннего возраста интересовался различными науками, опытами. Зефир мы с ним делали самостоятельно, доказывали, что сладости бывают полезными. А недавно парень написал научную работу на тему вермикультивирования. Для тех, кто ничего не понял, дождевые черви могут помочь нашей экологии. Они перерабатывают землю, и мы получаем биогумус, с помощью которого можно использовать как удобрение почву, чтобы растения росли долго. Надо исследовать экологию, надо поддерживать мир, чтобы он был чище, лучше. Сегодня они победители школьных олимпиад, но завтра их трудолюбие и вера в добро обязательно изменят наш мир к лучшему. Анастасия Ильина, Сергей Щекалов, Белгород Медиа.